Зал заседаний в здании администрации дважды в месяц превращается в библиотеку. Так работает передвижной отдел обслуживания Слободской центральной районной библиотеки, которым уже не одно десятилетие руководит Нино Ликакели. За месяц она организует 31 передвижную библиотеку. 10 у меня в районе, в Стулове, а 21 в городе. Кто финансирует, сейчас туда и хожу. Но бюджетные дарят книги, дорогие, современные. Ну, кто-то классика приносит, кто-то детская литература. Под финансированием Нино Ликакели подразумевает благотворительность. Она с удовлетворением отмечает, что до сих пор люди охотно жертвуют деньги на книги и на то, чтобы библиотеки прививали детям любовь к чтению. Услугами передвижной библиотеки всего пользуются 1500 читателей. Это треть от общего количества читательских формуляров Центральной районной библиотеки. Удобно, на рабочем месте. Стабильно. Предпочитаю, конечно, что-нибудь современное и детективы, конечно. Мы друг с другом общаемся, кто что прочитал, кто-то кому-то рекомендует почитать. Особенно сама Нино Фтисоевна обязательно нового автора какого-то порекомендует и так далее. Но что она очень нравится. Еще у меня читают все мои родственники многие, так что я ношу книги домой, потом из дома в другой дом, еще куда-то возвращается все это, и мы очень все довольны. Читать мне как-то особо некогда, но вот порекомендуют вот эти две книги, вот что в прошлый раз мне были порекомендованы, они прочитались легко и быстро. Поэтому я думаю, мой вкус уже знают. Ну вот детские книги беру, ребенок читает. Здесь намного удобнее и проще. Туда же надо идти, а здесь книги сами переходят в руки. Иногда, конечно, и идешь, уже знаешь, что тебе надо. Но и, конечно же, Нино помогает разобраться, где-то что-то найти. Подскажет, покажет. Детективы, фантастику очень люблю с детства. Нино Фтисоевна почти каждый день на выезде. В администрации со всех 5 этажей здания у нее порядка 160 читателей. Это много, а потому весь этот рабочий день библиотекарь проводит именно здесь. Я вот приехала сюда 9 часов. С 9 часов вот обслуживаю. И до вечера? Я до 4 часов тут. Уже 27 лет. Как я обслуживаю передвижную? Ну, меня 40 лет будет, в 15 году уже библиотечный стаж. 29 лет я работаю в районе библиотеки, а 27 лет я обслуживаю все передвижки города и района. Я ухожу в отпуск, я им говорю, и они берут по 20, по 30, по 40 книг. И никакой интернет, это по-честному, не сменит книгу. В администрацию с передвижкой Нино Фтисоевна приходит уже почти 10 лет. Также среди активных читателей передвижной библиотеки – пенсионный фонд, налоговая инспекция, центральная районная больница, мясокомбинат и многие частные фирмы.